не ты главный, а ты главный. Я за рулем. Прям по краю едешь все. Да, 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 я туда еду. Да, давай, с севера попробовать, что ли. Да, хорош, надо за мной попытаться обойти и попробовать поближе к флагу. Д2 где-то не будет. Да, да, я туда и хочу. О, отлично, все. Вот как медленно. А так там вдалеке противник один. Спотер сволочь. Да нет, убил. Да, он и убил, и нас заспутил. Да блин, как его. Слушайте, Тона, Егор, Тонал, подождите немного, пускай пятый отряд незаметно пройдет. Вы. Так, а там. Не-не-не, а мы вообще. Мы вообще в другую точку. Да. Мы на кэмп. Ну только пошире, пошире. Это уже их не проблема. Кто быстрее. Ну он даже взять флот не можем, ну, со всеми нашими танками. Потому что на танках нет, они, видишь, долбятся на одной полянке, блядь, на западе. Ханим сейчас Артуха будет, мальчик. Guys, you need to knock out those rally points at 4. Две тройки стоят, блядь, в обнимку. На кой хуй они это делают? Ну типа, блин, Керс, мы уже с тобой обсуждали это. Squad 4, это fourth again. Блин, ну толку обсуждать. Я говорю, что у нас команда принципиально слабее. Squad 4, attack. Есть один нюанс, очень сильный. Карканы. У нас винтовки карканы. Это самая уебищная ветка вообще, блин, а не винтовка, ё-моё. Говори за свою меткость. Мне прекрасно стреляется с каркана. Кстати, да, да, тоже с каркана. Опускаем, опускаем. Опускаем. Сейчас стрелял с каркана вообще. Дай боже. Да, который у споттера они вообще откинуть самое. Ралик. Я на споттере играю, прекрасная каркана. Ну я не знаю, они если ребята сейчас барак возьмут, мы можем ралли. Ну вот я и говорю, что они бараки берут, поэтому там без вариков. Они зенитку подвели. Они, а, блядь, всех перестреляли? Пиздец. Да, и ралик машину. Вынесли, ралик вынесли ваш. Да тут, блин. Они знают, что мы отсюда идем. Видишь, как нам повезло с тобой. Давайте попробуем 5 с главной базы на... Не-не-не-не, я, наверное, там. Давай, мы на челю. Подожди, подожди, не-не-не, не... Место команды можно сохранить? Пускай проедет. Место команды надо сохранить? Пускай проедет. Он смотрит сюда. Окей, yeah, there are suicides. Давайте. There are suicides. Давай. Войду. Ты там танк. Okay, Deathspawn West Road, Deathspawn West Road. Мертвый на West Road, мертвый на West Road. Ой, господа, тут такое прикольно, прямо у меня под окном сборщик ворон. Squad 6, Squad 7, go camp fast now. Прям реально до хрена ворон. Видимо, я очень прекрасно сейчас пойду. Я сейчас по ружье возьму, постреляю. Garrison rally on a really bad spot. Ладно, доброй ночи всем, успехов хоть как-то это выиграть. Ага. Давай. А что? Почему я не спавнюсь на ралике? Ой, черт. Блин, тут на западе. Mid-tap, fort, we're gonna CC, lose fort. CC, barracks is really light, barracks is really light, almost solid. Да, едет. Rush barracks. Fort under heavy attack. Дал в него выстрел. Rush on garrison barracks. Работай по нему. Так, народ, мертвый спавнитесь на гарнизонном ралике, атакуйте бараки. Работаю по танку, парни, но вам по барабану. Так, парни, он меня спалил. Сейчас к вам поедем. Yeah, well, they have a tank at barracks. Точно? CC West Road, possible garrison to your west. Possible garrison, Charlie Sev, strike. Сука, заебал. Горит, горит, горит. Добивай роер. Отлично. Там пехота, пехота, пехота. Снял.
Бегим, бегим, бегим. Че без тут? Тварь. Кристиан. Надо переставить ралик. Зенитка не пытается работать. Че, есть смысл нам пушить или нет? Есть, только да, надо ралик. Да, тут... 70 тикетов осталось. Что вы хотите? Мы хотим победить. Не в этой жизни. Да, там двое минимум. ПД ружья по ним работает. Да. Там еще трое. Да, сейчас попробуешь. Так, спотера убил у них. Ну, у нас отряд самый лучший, это точно. Другая зенит. Оп, по мне работают парни. Пугаю зенитку с ПД ружья. Team 1, be advised, the enemy jeep coming to RP. Так, народ, в следующем раунде я один танк отдам. У нас осталось 7 человек. На следующем раунде я так не буду танк отдам. И он только будет в блиде. Ну, ты думал, что у нас блида не будет? В прошлом раунде у нас блида не было. Так, чё, в пехоту мы... Сейчас на бараках нормально так настрелял. Видишь, 19 тикетов осталось. А, ну, можем просто побегать, конечно. Да, просто побегать, всё, ничего. Как бы своё мы настреляем. Да. Годала он тогда на мейне разъебал. Опускаем. Я прям на них. Copy that. Выехал. Вот где мой танк взорвался, там у них ролик. Не, ничего не. Ну я как учил? Пятерых вынес. What's Artie Stewart? What's Artie Stewart? Прекрасно. Напоследок шибануть по ролику. У нас ролик убили, ну, нет? Да. Да, убили. Короче, массово атакуют бараки. А есть командный ралик между первым и вторым около берега. Между двумя раликами. Ребят, нужна поддержка на бараке. Его с двух сторон атакуют. CC барак с андератак. Shoot squad 6, go there. Yeah, please do. Да, давайте оборонять бараки. We had a garrison rally bus. Подарок сразу. Командный ралли отменили, да? Ага, всё. Наверное. Давайте будем браки оборонять. Четыре 16, ё-моё. Арчи, on autospot, please. У них, смотри, Егор, у них вот, где зелёнка, вот там у них, где зелёнка. Это на пересечении С5, вот так где-то. Я работаю туда. Отлично. Там танк еще вражеский, вот он, блядь, меня задел. Танк пока не наблюдаю, но он сейчас будет выкатываться, скорее всего. Бля, я ж... Все, я еду к тебе. Давай, но я еду с другой стороны. А, вот, отметили там танк. Поставьте ралик. И откуда станции идут? CC barracks, still stewards. Yeah, keep your tanks, good job. CC, enemy squad coming to barracks from southeast, from 4 o'clock. Отлично. И там где-то ралик вырос. Они этот, на восток точки пытаются бежать с руин. И на запад точки пытаются пробежать. На западе наши танки там, я думаю, справятся. Да я заехал. Что? We stay at camp, team 7. CC squad 6 can attack ruins. Please do. Так, мертвые. Squad 4 try to sneak. Yes, through it, but... Давайте сейчас ралик поставлю, про атакуем руины.
CC north of barracks, ready, 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 north of конвой пока подъедет. Вы знаете, как надо сигналить? А, кстати, у меня есть это со скрининга. Меня сядь лучше в машину тогда. Нет, нет, на грузовиках. Едьте, не едьте на одной. По-моему, на грузовиках мне лучше звучат или нет. Вы где по одинаково, по-моему? Тут вылезет. На порт приезжаем, да? Да, собираемся на порте. А, на порт, парни, разворачиваем. Уедьте оттуда, уедьте из форта, уедьте. А, я буду на порте делать фотку. Это все на... Езжайте все на север, все на север. Разбил все об меня. Да ёбаный в рот. Да блин. Появитесь на кампе, возьмите там еще две машины есть, ждите, ждите тут, ждите о, на дороге. Как раз фотку сделаем тут. Вы, само, вряд, сам убивают. Вряд выстроитесь. Подождите меня. В колонну или в ряд? В колонну. О, они на этот форт будет у них типа на заднем фоне. Давайте, парни. Ну нафиг. Все. Нафига вы с юга-то поехали? Ну все, поехали. Подожди, фотку, фотку. Кто он сейчас профотрится? Готов, готов. Так, как сигналить? Надо не зажимать, а быстро нажимать вот так вот, чтобы оно не перегревалось. Подождите, сейчас, тихо-тихо-тихо, мы будем по команде сигналить. А что за как китайские как... эти сигналы, сейчас, которые перегреваются? Так, а едем, начинаем сигналить. В общем, твоей команде начинаем сигналить. Ну, давайте, начинаем. Лузер. А как грузовики-то у нас куда уехали? Я объехал сзади. По плану? Меня убили. Эй. Это очень не понравится, они должны были нас убить, а они что-то проигнорили. Меня убили. Ладно, давайте нашу фотку блин, все, сделаем на хардере там. Можете забрать, если хотите хардера. Тут красиво есть. Вот видите, надо их будет убивать так же, как они нас убивают. Ну блин, после такой битвы чего не будет не радоваться. Подождите, раз должно быть маки, пофиг быть. А, ладно. А, да, зенитка реально на этом баке была. Это бредово. Он же не такой крепкий, чтобы удерживать зенитку. Вообще не, наверное, неустойчивая как бы конструкция. Ну, хотя бы туда и затащить попробовать его. Иди на харбор то там. Че так? Че, будем фото где? На харбор. Мы и есть на харбор. Там не все на харборе тут. Трое раз там.
понятно. Вот там бат, что-то все нет. А как я тебя убил? Не ранен был. А как ты себя убил? Ранен был. Ну лицо черное. Ну что, будем делать? Да, дальше. А, не, у них какие-то фоточки еще. Меня слышно? Да, слышно. А то у меня проблема еще. Давайте. А, это четверга. Давай, давай. Да, давай. Где у них там будет? На харде. В принципе, нормально поиграли. Ну да, слушай, особенно первые два раунда прям.
15 человек. Они за счет испанского полка вытягивали. Нет, тут не гонка, тут у них фотки. Кстати, они там на байке фоткаются, надо было нам тоже там сделаться. Как? Гонки? Я тоже хочу гонки, но... Нет, тут не гонки. На бак, давайте, на бак. Я не понимаю, гонки у них или не гонки? Нет, не гонки. Это испанские фотки. Мальчики. Ну ты можешь всех взорвать. Я могу. Я такой пропитку умею. Ладно, я пойду. Давай. Кто-то мин ставил его. Нет, походу нет, он не летает. Да. Не тут пытается спичкой на бочку перепрыгнуть. И раз за разом поспевается. Какого там чего? Я пытался. Я тоже. Мне чуть-чуть не хватило. Там мина на лестнице, аккуратнее. Мина на лестнице. Будешь подниматься, там мина. В смысле, прям на лестнице? Ну, после... Да, после того, как выйдешь, там мина. Так, а стрельни по ней, чтобы ее активировал. А нет, ты ее не активируешь никак. Иди, иди, я же прополз сюда. Просто ляжешь. Аккуратнее ложись. Ложись. Да, меня пытаются столкнуть. А как они туда перебрались? Они как-то перепрыгнули. Давай. Разгончик. О, бля, чуть-чуть не зацепился. Я так же. А, вот там лестница, блядь. Там лестница есть? Да. Блять мой. Гений. Братская мать. А где там лестница-то? Там сбоку. А, они по канату залезают, тут канат есть. Откуда у них канат, а у нас не было каната? А был, он у них на базе. Он.
Что это за пиздец? В чем вы участвовали? Ты сатанистский какой-то, блядь. А кидают. Да, но меня убили. Ай, куда, где все? Я на секундочку отошел. Уже все. Да ё-моё. Нифига там. Да, что-то я тоже уже старею, мне как-то тяжело сидеть до конца битвы уже встает. Раньше я 6 раундов отыгрывал, где-то сколько, 2 часа ночи было примерно, ну так, вот как раз как сейчас пол второго у меня. И, ну я не знаю, я типа еще бы, наверное, мог сыграть раунд. Дело а сейчас мне уже на третьем тяжело, как бы. Тут понимаешь, когда перестроишь часы, будешь спать, например, я вот сейчас поспал с 7 часов, считай до 10, все нормально. Не, тут не в часах дело, мне, ну, просто вот тяжело высидеть все раунды. Не то, что я хочу спать, я вот сейчас, ну, типа, не хочу спать, я просто уставший. Ой. Ай! Чел, тут падал. Сорян, готово. Я делаю второй заход. Ой. А, они опять туда же поднимаются. Я вот не знаю, может мне уже просто разонравилось в компании играть. Когда мы проигрываем, играть неинтересно, как-то нету вот этого азартного какого-то желания. Они минус ставят аккуратнее снизу. До конца биться. Когда идем, ну, плотно, нога в ногу, или как это называется, вот когда, типа ничья, вот как раз таки согласен. Ну, поровну играем, ну, как-то просто лень вот это стараться. Ну и когда мы выиграем, мне просто лень нормально играть, я дурачусь, вот как сегодня, я чисто катался на этом, на Дорике, Дорчестере, и всех переезжал. Ну, у нас команда реально слабее просто. Внизу за веревку схватился. Когда падал, сам внизу за веревку успел схватиться. Ну чё, прыжок в эйра? Не, давайте втроём тогда. Да, все втроём прыгнем одновременно и... А, да, давай. Втроём вот встанем. Прикольная фотка. У нас тоже таких полно сверху. Ну да, было. Я помню последнюю этот. Мы залезали там на какие-то вышки с веревкой. Там на узкую башню. Кто помнит, как мы вылезали на какую-то херню, висящую в воздухе? Слушай, было, по-моему. 13.
Да, ступеньки вот эти воздух. Помните? Какая 13-я компания была или какая? Да, это было прикольно. Да, кто это-то? А кто это тут стоит вот так вот? А? О, рейс. А кто там успел ухватиться? Че, куда дальше? Не знаю. А, мы с Мейна и Саузер Мейна, поэтому переходите, если хотите тоже Создайте склад какой-нибудь. Я осознал. Да зайди просто в испанский какой-нибудь. Да не-не-не, давай наш создадим. Да. Как там? А, подписаться я не могу. Ну ладно, давайте Able, парни. Я на машинке. Есть кто-нибудь еще на машине? Куда едем? В какую сторону? Не знаю. Это хороший вопрос. Из этих гонок я понял только одно. Лучше держаться позади. Не, ну это конкретно с мотоциклами так. Да ё-моё, кто меня уже... Испортили мне машину. Все поседали на машины. Так, а куда едем? Откуда гонка? Потом придумаем. Ну, наверное, что на харбор. Сейчас я покажу. Согласен, на харбор. Так, едем, значит, сначала едем на кемп, вот там, видите, развилка, мы поворачиваем налево и едем по вот это А2, короче, до их мейна. Сворачиваем на юг и финиш на флаге Перек. Без сокращений и нельзя таранить никого. Ну, типа специально. Давайте.
Вот тут главное вписаться в ворота. Есть такое дело. Особенно я первый еду, блин, у меня сыкотно. Вот они вписали. Чё хана? А, чё? Ну всё, забаррикадировали вход. А, да? Да. А, мы проехали. Ну да, тут 4 машинки высоко у нас есть. Так, едем на рейде, да? И там на аэропорту разворачиваемся в сторону моста или как? Не, ну не на аэропорту, сейчас вот налево. Так. И там, видишь, проезжаешь мост, и там еще налево дорога. А, сразу? Мы едем то... Ну, не сразу, не сразу. По дороге, короче. Да, и, ну да, и только едем по дороге. Не попишись в чем-то. Налево, налево, куда ты едешь? Налево, ты ё-моё. Егор, куда ты поехал? Куда? Надо было налево поворачивать, а направо. А, налево, бля. Я же говорю, там налево и ещё раз налево, на Байрекс. Ну, я понял, ну ёбаный, проебался. Давай, ровер, тащи. А я первый. Тут чувак на вот этой горячей тачке едет вообще. Знаешь, ты кулачик. Там еще тебе бомбы летят, да? А, лохим. А я думал на фармере. Бобух. Не, на мотиках веселее, я отвечаю. Ну да. Да, они более непредсказуемые. Намного веселее. А что ты? Что даю? Я не доволен. Ну, я вообще помню, было на орденской компании там, блин, да, на мотиках круто было. Да. Ну надо, короче, если будет тут с мотиками карта, надо будет обязательно погонять. И припрячь как-то райдера, чтобы он и фанцев тоже включил эту гонку. Да. Вот это ущербное название, которое я не могу произнести. Вот это Зюткут. Блин, я там. Я мог победить. Я почему-то думал, что на хард. Так обычно всегда бывает. Я просто вправо уехал. За тобой еще, кстати, кто-то повернул. Это да, из испанцев. Да, кто второй за мной ехал, тот повернул. Опа, опа, там... прям как в битве. Страйк. Я, по-моему, как-то... Да как-то смешно. Переехал вражеский ралик, там они заспавнились, короче, прям... Прям, ну, можно считать во мне, и я их, типа, сразу же убил. Вот, ладно, давайте, парни, пока. Спокойной ночи. Давай. Спокойки. Я еще, короче, как-то раз к Хауку, он сидел на пушке, а я к нему подокрался, короче, его просто раздавил, когда он на пушке сидел. Это надо будет на демке найти.